Доброе утро. Доброе утро. Сегодня Вася решил яйца пожарить. Я вчера, как всегда, уснула. Сегодня встала в 6:30. И только сегодня утром видео делала. Не знаю, что со мной случилось. Засыпаю раньше детей в 9. Легла просто. В итоге Вася с меня очки снял, телефон убрал. Да, пап? А потом Томочка прибежала к маме спать, да? Я раньше всех потом. Ну, молодец. Сейчас мы будем завтракать. А я пока... Я утром встала, попылесосила все. Ну, тут прихожу. Мне трогает, вот это только бьет. Ну, конечно. Может, тебе шортики коротенькие лучше одеть? Давай. Поранилась совсем, и это... Больно ей. Я тут пока от кота чистила диван. Вася пошел сам уже завтра готовить. Кот постоянно приходит, все в его волосах. Я вот тут чистила. Сейчас дозаправляю. А? Давай я тебе шортики дам коротенькие, а то тебе больно. Угу. У Тома еще не разбирала одежду. Тут надо маленькое уже убрать. Померить. Да, да. Надо все померить. И, все шкафы забиты. Все к Софийке. Это Софийкина, да. Тут одежда я стирала, все перестирывала. И у Томы еще, у него просто в комод не влазит одежда. Вот здесь вот у нас. Но я просто не знала, куда уже деть. Здесь у нас штанишки все ее. Здесь кофточки. Ой, а что шортики сюда положили? Тут, в общем, кофточки. Тут а теплые вещи. Нет, это надо туда. Носить будешь. Мам, вот ты моя любимая. Ну, закрой. Пускай там будет. Все равно игрушки она туда не ложит. И... Я хочу куда-то. Ну, надо. Ага. Ну, видите, как уже уж не закрывается столько вещей. И все надо. И все носить нечего, да, Тома? Угу. Угу. Полный ящик. Да. Сейчас мы дозаправляем, пока папа готовит. Ну, я сначала одежду дам Томе. Девчонки у себя в шкафах. Я прибиралась. Девчонки тоже. Сейчас Феденька у нас пойдет пылесосить. Приподнять надо все, доченьки. Хорошо. А что ты постоянно ее меняешь, Сань? Ты неправильно, надо вот в эту. Да нет, я поменяла там, потому что тесно было. У нас, когда Антон дарил линию, клетка была намного больше. Угу. Надо клетку, наверное, другую купить. Большую? Хотя мы покупали, это клялась, божилась, что для нее прекрасно. Да? Мы же спрашивали. Саша? Да зачем? А, продавец. Да. Больше не надо ни в коем случае. Я она держу... Больше, а ей даже побегать негде. Угу. Так. Со стола вытрите и это поднимите все, дочери. Как это? Полностью собрали? Кого? Эти. Так, Дима тут забыл, надо это убрать отсюда. Сейчас посмотрим, что мы. Вот этой тоже никто не играет. То ли на веранду ее поставить, то ли что. Я ее как-то чистила. Но сейчас она уже вся непонятная какая. Ну, вот смотри, что у нее лежит в папке. Так, доченьки, пожалуйста, полностью с окна все уберите. Зачем вы все на окно наложили? Пришла по-доброму мама и началось, да? Оно как по-другому? Санечка, вытираешь? Посмотри, ты оставила. Угу. Мама, а что они делают? Прибираются. Сейчас Федя придет. Ты
тоже у себя там подняла все? Ходить не может. Маленькая девочка. Сегодня мне готовить не надо. Если только огурцы, помидоры купить. Мы, когда в дороге были, я так соскучилась по салату с огурцов, с помидор. Надо будет, наверное, на рынок съездить. Сегодня работает, не работает. Ну-ка, покажи, какие ногти у тебя. Ничего себе, какие большие. И еще поставила микрофон там. Песня орет, поет. Да? Так, доча, если ты вот тут сейчас это все бросишь, я тебя накажу, в угол поставлю. Потому что ты возьмешь что-нибудь и бросишь, возьмешь что-нибудь и бросишь. Так нельзя поступать. Поиграла, положи на место. А что делать, все время ворчу. А по-другому как их учить? Ты должен сделать добра и зла. У нас, видите, как все поднято, когда Федя пылесосит. У нас дом большой, поэтому он частями. Сначала зал, а потом Вася его сюда пускает. О. Испортила уже мне стол. Нет, я его отмою. Девчонки, сейчас заниматься будут с Катюшей. Только дверь широко не открывай. А что вы делаете? Подарок Томе. Нам вместе вот эти коробочки отдали, чтобы мы их не выкидывать, мы делаем подарок. А если, девчонки, вы бы проверили, если не рисуют, прям выбросили бы, ладно? А если с одной стороны рисуют, с другой стороны? А, ну да, тогда не надо выбрасывать, да. Мы едим всякие колечки, вот эти вот. Посмотри, как он взрослеет. Даже вот, я имела в виду, смотри. Девчонки, молодцы. О, ничего себе. У нее еще там будет в маленьком таком мешочке. Мы ее попробуем так сделать. Сквиш у нее там будет. И вот закатаем вот такой. Вот мы же с коробочки. Ты, короче, положим. А, там внутри, да? Да. Ага. Короче, покажу. Закидаем тут, закидаем вот маленькую коробочку конфеты. То есть положим сначала этот мешок, потом закидаем эти конфеты, она найдет, и там будет сюрприз. А потом у нее еще будет много подарков. А что вы на столах своих не делаете? Тут удобнее, что ли, на полу? Да. Вот. Тут будет удобнее, то есть везде все лежит. И блёстки тут еще. Девчоночки, потом вот это вот соберете тут, ладно? Мы попылесосим. Ну, то есть Федя пропылесосит. Да, Федя пропылесосит, угу. Покрывала, постирала, девчонок. Может, свет включить хотя бы? Прибрались, девчонки, молодцы. Попробуй. Надо потом опять прибираться. Ну, тоже валяются. Тома сказала, что любит розовые и фиолетовые цвета. Мы делаем ей такие розовые, всякие разноцветные. Ну. Ну, сейчас Федя допылесосит, и Катюша уже там тоже написала, что она готова. Ну, мы уж, ладно, Федя уже включили. Скажи, допылесосит. Ага. Немножко кривовата фотография. Падают эти бабочки. Их отклеивают, не отклеиваются. Угу. Надо что-то с этой стороны тоже придумать. Какие-нибудь сейчас тоже фотографии. Так-то вот красиво, я смотрите, видите, как эта стенка. Чтобы не открыло. Стены и потолок нормальные, ремонт пока делать не будем. Пусть пока так. Возьму сумки, пусть в машине будут. Девчонки занимаются. А мы с Томой и с Васей поехали в магазин. Продукты нам не нужны. У нас все есть. Ждем. Ну, чисто
чисто такие бытовые нам нужны. Вот моя обувь. Поэтому мы поедем, съездим в магазин. Тут протираю, а все равно, видите, ветер, пылище, без конца все морается. То мы берем с собой. Все равно Дарина что-то там у себя в комнате делает. Девчонки занимаются. А мы съездим. Хочу фруктов домой купить. Готовить сегодня не буду, только на салатик все куплю. Ох, какие белые носки у папки. Новые. Это мы в Волгограде покупали. В каком-то магазине, не помню. Вася купил себе набор носков. Орехи что-то портятся, да? Прошлогодний? А, он сам скидывает. Я не сказала бы, чтобы много орехов нынче. И падают прям сильно. Ну, падают, ага. Положу. Сумки. Очень удобно, когда сумки с собой в машине. Раз, взял с собой. Не надо пакеты покупать. Сома Кума видела и крутила обруч. Кума говорит, забирай себе, а мы забыли. Пришлось купить. Сегодня так много народу. Мы пойдем сходим на рынок. Сейчас Вася вон туда подъедет. Хочу арбуз и дыню купить. И, может быть, персики. Здесь вот 19-я школа. Вася говорит, девчонок надо было сюда перевезти. Я не думаю, что тут место есть, чтобы в первую смену учиться. Ну, далековато. От нас вообще далеко. Минут 20-25 пешком. Это школа, да, 19-я. А вот еще магазин игрушек тоже. Здесь мы всегда мясо берем. Ну, в следующий раз. Сейчас не будем. Ну, мы сейчас на рынок пойдем. Вася вот как раз сюда подъедет сейчас. И потом, если что, привезет. Вернее, заберет. Арбуз невозможно. Невозможно. Жара. Вспомнили, что напротив... На рынке уж никого нету. Напротив агрокомплекса есть вот... Овощи, фрукты. Сейчас сюда пойдем. Вон арбузы и дыни вижу. Пошли, папка, купим. Выходной сегодня. Сегодня сильно ничего делать не будем. Здравствуйте. Начинается. Я не буду. Из продуктов купили только колбасу. А, нет, еще фрукты. Вы знаете, столько фруктов набрали. И всего на 600 рублей. Сейчас покажем, что мы купили. Дима с Софийкой приехали. Представляете, не узнала их машину. У них всегда сверху рожки, как наши. А тут что-то они сняли, что ли. Думаю, кто это к нам приехал? Тома, Том, покажи. Смотрите, что мы Тае купили. Курицу. Курицу, ага. Это я в магните взяла.